Ну, на всякий случай, добрый день, друзья. Мало ли мы это выложим. Ой, привет. В прошлый раз мы смотрели Артёма, если, конечно, мы его тоже выложили, потому что это еще не так. А сейчас мы будем смотреть на меня, что там Аня сделала с помощью нейросети. А как она, кстати, называется? Artbreeder. Artbreeder называется. Да, вот я поживой был, так что... Если что, можно будет ссылку в описании закинуть. Ссылку сделала. Ну давай, показывай, во что я мог там превратиться. Смотри. Вот он, я прекрасный и восхитительный, и что из меня могли сделать? Ты и кто там, я забыла? А, точно, сейчас я покажу. Значит, меня попытались скрестить, ну как мы, Аня попыталась скрестить меня с Вином Дизелем, потому что он на меня вообще не похож. Не, фотка другая, просто он тут сексуальный. Вот эта фотка. И попытались крестить со стариким Клинтом Иствудом. Ну, это я. Да, ну и еще конечно. Будут стандартные типы. А, кстати, возможно, знаете, у вас в гостях Артём! Никто его, конечно же, не заметил. Да, но зато теперь все знают, как ты выглядишь. Да. А то все, наверное, думают до сих пор, что вот это ты. Просто волосы, что нейросеть. Да, так вон я спроектировал. Вот, да, чтобы один в один лицо, вот здесь сравнить можно. Да, очень похоже. Ну, погнали. Так, что у нас ну там что будет? Ж, давай вот первая фотка. Ой, сейчас, подожди. Я же не знаю, куда смотреть, сюда или сюда. О-о-о-о! Стой, какая фотка Яна была? Скинь фотку меня, да. Такое ощущение, что, знаешь, меня вот-вот сейчас оштрафуют и посадят за перевоз. Ты специально сфоткался для этого всего? Не, это у меня это, в папке документы. Твоя фотка, моя, Аня, там это паспорт. Там же когда... Ну, в Artbreeder отправляешь фотку, она немножко конвертируется и становится немножко другой. Получился ты вот таким. Чего это такое? Инопланетянин какой-то. Ну, тебя немножко поправила глаза. Да. Да тут все поправилось как-то. Ну, так она немного правит, да. Ну, в принципе, похож. Ну, я бы не сказал. Мутным глазом, если смотреть одним. Да, вот так вот. Что поделать? В общем, давайте дальше. Там дальше что-то вам. Это все еще с Вином Дизелем. Это Вин Дизель? Это ты и Вин Дизель. А чё я не полысел? Ну, потому что там как отрегулируешь. Да. Вот, пожалуйста. О! Вообще от меня тут ничего не осталось. Цвет кожи. А, ну разве что бледно-зеленый, да? И цвет глаз. Ну, отдаленно даже вообще не похоже. Да вообще я не вижу там себя. Так, теперь с Клинтом Иствудом. О! Кстати, как сын Клинта Иствуда. Ну, кстати, да, похож. Там типа в разных пропорциях. Не, это вот... какой-то больной оспа, или я не знаю. Как персонаж Dark Souls. Да. Выбираешь вначале, это бандит. Тут больше Клинта Иствуда, чем тебя. Вот здесь больше тебя, чем Клиста. Да ладно, какой я. Ты какой-то канадец. Канадец Джош. Дальше ты старый. Да я и так старый. Нет, тут ты прям старый. Ни хрена себе, это что такое? Какой-то страшный вообще, как на бабку похож. Ты посмотри на мой левый глаз, это вообще жесть. Потек что-то. Зато девушка-то неплохо получилась. А, ну, на вкус и цвет, конечно. Нормально. Хотя напоминает эту, как ее звали-то из «Игры престолов», дом этих с розой. А. Там была бабушка и ее внучка или дочка, не помню. Ты какая-то такая тихая девочка, которая тебя убьет. Ну знаю. Да, у нее нож явный, не один, да. Где-то там. Взгляд... Она, видно, у нее еще глаз больше другого глаза. Да ты заметил у всех так? С одним из глаз что-то не то. Так, вот это что у нас? Чего это? Это дед Сергей, который живет по соседству, в соседнем доме. Это просто какой-то алкаш. Так я и говорил. А чё из уха торчит? Это вот как раз она нож вот так вот, знаешь, вот так. Кстати, вот, кстати, похоже. Вот здесь руку добавили. Да, слева. А так, кстати, не похоже на пару. Да какая пара, ты чё? Так. Вообще алкаш какой-то. Это если ты пухленький. Ну и всё, тебе не очень хорошо видно. Ну да. Так это потому, что я пухленький, поэтому мне нехорошо. Так, губы фиолетовые ты какие-то. Азиат. Ну вообще нормально. Да. Азиатом тебе быть идет. А тебе, кстати, по-моему, азиатской девушкой шло.
Так, это ты индус. Ну, ты немножко напуганный. Да. Ну, обычный достаточно тоже. Обычный. Хотя глаза стали такие большие. Афроамериканец. Неплохо. Только с волосами что-то не то. Похож на мой скин из этого, из фазм. Да, да. Мне оставалась шапочка какая-то. Я не делала следующее. Это типа добавить более, как бы это сказать, арийских мотивов. Ты просто и так светлый и голубоглазый, поэтому не было смысла. А у Яна более темные волосы. Просто там меняешь, и ничего особо не меняется. Вот. А вот у Яна меняется. Страшно как-то. Ганс какой-то, похоже. Да? Ну, тот реально похоже, как будто я Ганс. Мне не хватает, знаешь, это бутылки. Ой, не бутылки, а кружки с пивом такой еще. Колбаски. Колбаску? Так, тут ты... Куда-нибудь в таверну меня поставить. Вообще буду смотреться там хорошо. Мужчина с юга. Ой, не, он мне не нравится. Вообще мне не нравится. Блин, он похож на актера из кухни, который Гуском был. Так, а тут мексиканец. Ты какой-то скользкий тип. Колумбиец какой-то такой, реально. Так. И прическа, главное, нигде не меняется. Важный тип. Теперь дети. Ну, чуть-чуть только. Дети? О, сейчас дети пойдут. А, вот чего? Две девочки получились, да. Я посередине девочка? Да, это девочка. Ну, они у тебя... Это как, знаешь, когда в автобусе едешь, смотришь и думаешь, это девочка или парень. Вот у тебя много таких девочек получалось, но типа... Слева она какая-то такая. Слева она как будто нарисованная. Но их все равно было очень мало девочек, больше пацанов. Ну, справа, кстати, похоже на твоего сына будущего, наверное. Да, слева более как портрет какой-то. Портрет дочери. Возможной дочери. Настолько плохо они выпадали. Не, ну пацан, кстати, вот этот похож на этого. Мы смотрели недавно, как он, Кингсман Начало, которого застрелили чела. Реально очень похож. Кстати, ты смотрел Кингсман Начало? Такая параша вообще. Не, первые-то два еще неплохо. Я бы сказала, только первый. Начало это, который последний вышел? Да, который про войну. Здравствуйте. Это похоже на эту, на Симакину из «Универа». Кстати, да. Да. Симакина, короче, чел из «Кингсмана» и... Просто нарисованная. Но она симпатичная. Как будто бы, знаешь, из какой-то типа игры, а-ля там Beyond Two Souls, там, но только с другой чуть-чуть внешне. Да, вот что-то такое. Есть, да. Откуда-то из игры какой-то. Так, давай следующий. Сейчас, а как это вырубить? А, вот. Ой. Это кто? Это типа дети мужчинские? Ну, посередине похож на твоего брата, возможно. Справа какой-то кореец. А слева, я не знаю. Как кореец, знаешь, на кого слева чувак похож? Боже! В пипце, да, играл этот. Как его? А, ну есть немного. Ну, который главный герой, да? Нет! Кто? Нет, который с убивашкой, как актера зовут? В очках он тоже был. Как Николас Кейдж. Николас Кейдж, реально похож на Николаса Кейджа. Ну, может быть, да. Толстый такой еще. Почему у тебя сын Николас Кейдж? Азиат, точнее, кореец и твой брат. А помнишь твоего сына? Да. Ну, давай вспомним твоего сына. Твой сын там красивый. Твой сын самый прекрасный сын. Там справа красивый сын был. Вот этот. Вот они. Прекрасные дети Артема. Райан Гослинг, какой-то напус и чел. Райан Гослинг. Какой-то чел. Какой-то чел и эльф. Эльф-карапузик. Да, не, ну дочери у тебя вообще отпадные все просто. Да. Вот это, кстати, похоже на эту, на Люси Лью немножко. Так, отдалённо. Ну они все какие-то старые женщины. В смысле старые? Да неважно, зато они все привлекательно выглядят. Не то, что вон чел какой-то с Алиной, вот, ну вот кто это? Вот что это за лицо? Да, какой-то стрёмный. А еще я кое-что сделала с вами. Ты что с нами сделала? Пока мы спали, да? Симбиоз. Так. Зон там все дела. Вот. Николас Кейдж. Это первое. Что это? Это вы. Это мы? Это старые вы. Мать. Это мы два в казино типа рубимся. Гигантские страшно. Карты. Слёт вообще восковой какой-то. Это можно вообще... на обложку поставить. Да. Вот. И еще вот. Ну, то же самое примерно. Ну, типа я подумала. Какой ты страшный вообще. Ты вообще страшный. Восковой. А ты такое ощущение, что сейчас в ящик сыграешь.
Мне понравилось, что Артём более всего... А вот на эту женщину посмотри сбоку, вот на неё. Да, женщина — это моя же женщина. А вот я реально, вот я прям натуральный, как будто я через лет 5. А я призрак. Это мы фазмофобию прошли, только я не выжил, видимо. А вот еще. Мертвый. О. Ой, здесь я какой-то Райан Гослинг тоже, только толстый. Плохо. Пухляш такой. А ты тоже какой-то бальзамированный опять. Это реально, я... что там, что здесь. Муля. Блин, такое выражение лица еще такое довольное. Вот прям видно то, что я пиво держу. Поэтому мне так хорошо. А у меня видно, что я это не первый день с пивом тоже. Последний. Явно не первая неделя. Вот, все. Все? Да. Ну, вот эти можно на обложку поставить. Да вот стопудово, шикарно вообще. Че, может, тебя потом скрестить? Сколько из попробовать? Ну, только, да, это, да. Только это уже буду я делать. Ну, а с какими актерами? Ну, это мы уже... А, можно, если потом это в комментариях кто-нибудь напишет, с кем скрестить. Если Аню, например. Ну да, почему бы нет? Это будет очень интересно. Ты в безопасности, друг. А на этом все. Пока-пока.